В Приморском крае назначен новый вице-губернатор. Им стал Сергей Ефремов. Постановление о его назначении на должность подписал Олег Кожемяка. Ранее он возглавлял добровольческий отряд «Тигр». Полковник Ефремов командовал нашими бойцами с момента основания отряда. До этого занимал пост руководителя краевого отделения ДСА и был вице-мэром Уссурийска. В ходе СВО новый вице-губернатор был отмечен сразу двумя наградами. В ноябре 2023 года Олег Кожемяка присвоил полковнику Ефремову звание «Герой Приморья» за заслуги перед государством и за совершение геройского подвига в ходе СВО. Также Сергей Ефремов был удостоен звания Герой Донецкой Народной Республики.